Особое мнение. 11:07 в Петербурге. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гаврилов. И сегодня особое мнение члена Комитета гражданских инициатив, декана юридического факультета Северо-Западного института управления Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы Сергея Цыпляева. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Напоминаю, средства связи, СМС, а также есть и Телеграм. И мы подключили сегодня новый сервис WhatsApp, но номер у всех этих сервисов 1+7 921 970 2240. Задавайте свои вопросы. Прежде всего, хотелось бы, чтобы вы прокомментировали новость сегодняшнюю о том, что у задержанного полковника МВД Дмитрия Захарченко, у его семьи на счетах нашли 300 миллионов евро. Напомню, что ранее сообщалось о том, что в квартире Захарченко было обнаружено 9 миллиардов рублей. Это 120 миллионов долларов или 2 миллиона евро. А вот теперь 300 миллионов евро на счетах. Да. Что это значит? Если покопать, можно еще что-то найти? Ну вот взяли одного полковника, если мы так сейчас на круг перечислим и переведем это по курсу в рубли, вот то, что дома, то, что нашлось там, то это уже порядка практически 30 миллиардов рублей. То есть это уже приближается к стоимости нашего стадиона. Это всего лишь один полковник. Понятное дело, что это деньги, которые там сложены, и есть версия, что это, конечно, общак, то есть это вряд ли вот это лично деньги, которыми он там может распоряжаться, там, с ними действовать. Но история уже у нас не первая. Мы помним 2-миллиардный долларовый офшор товарища Ролдугина. Вот здесь вот это офшор, который зарегистрирован на папу. И тема ровно та же. Невероятный объем средств утекает из страны, и потом уже вдруг становится частной собственностью различных граждан, более известных или менее известных. При этом мы помним, по Ролдугинскому офшору нам объяснили, куда деньги ушли, как благородно, но только никто не объяснил, как они туда попали. А вот это и есть самый главный интересный вопрос. Что касается этого гражданина Захарченко, здесь еще все более сложнее. Мы, как понятно, в основном смотрим вопросы, связанные с деньгами, но там еще есть такой нюанс. Сон Кротт, работавший в антикоррупционном главке МВД. Ему предъявляют обвинение в том, что он проинформировал финансового директора банка о том, что к ним придут, и якобы получил деньги на хранение разворованного этого нотобанка. Утверждается, что он проинформировал о том, что за ним придут руководители компании «Вымпелком», бывшего, да, который, ну теперь уже бывшего, который скрылся в Лондоне. И утверждается, что он предварительно информировал генералов Следственного комитета, которые были потом арестованы, которые шли на контакт, чтобы получить там тоже миллион-долларовую взятку за выпуск под подписку о невыезде Захария Калашова, Шакру Молодого. В целом, конечно, картина складывается исключительно мрачная. Кто-то может говорить, что это серьезная борьба с коррупцией, но и пока такое ощущение, что это картина Дориана Грея. Мы видим, как шаг за шагом слетает позолота, и вот нам выступает реальное лицо управленческой машины страны. Чем заняты люди, какие вещи происходят. И в целом, я могу себе представить реакцию граждан, она довольно тяжелая, что, вообще говоря, никому нельзя верить, что кругом одни воры, и, в общем, отойдите от нас с вашими выборами, с вашими делами, нам тут жить тяжело, выживать как-то надо. Сергей Алексеевич, у меня один вопрос. Почему сейчас? Ведь наверняка это было не полгода копилось это состояние, не год. Почему сейчас стало известно имя этого человека? Первое, если вы говорите, что это вот слетает такая позолота, это значит, что за этим человеком стоят еще и еще. Безусловно, мы можем сказать, что даты появления той информации – вещь случайная. Я совершенно не верю, что это все связано с выборами, потому что для огромной части вот этой силовой политической элиты выборы – это несущественный эпизод. Как бы, ну, сами понимаем, что все будет хорошо, ну да, там надо какие-то телодвижения сделать, но каких-то радикальных шагов по этому поводу делать никто не собирался. Мы видим, что длительное время разворачивается разворачивается борьба между разными силовыми группами. И эта борьба вот не так давно приобрела совершенно острый характер. Вспомним историю с арестом нашего безмяснена питерского Михайченко, после чего последовало увольнение бессменного руководителя ФСО Мурова, после чего ушел Белянинов, руководитель таможни, и громадный объем перестановок. Эта война не первый раз происходит. Мы помним вспышки, связанные с московскими областными казино, когда несколько с одной стороны бились ФСБ и Следственный комитет, а с другой стороны Генпрокуратура и МВД. А президент собрал руководителей и сказал: главное, только детей не трогайте. Да? Вот больше он ничего не мог сделать с этой войной. Потом снос Сердюкова, это тоже эпизод. И так эпизод за эпизодом мы видим, что там война разгорается все сильнее. Война кого с кем? Силовиков друг с другом за контроль уменьшающегося пирога. И вот это так сказать, уже самостоятельная структура, это наш вариант разделения властей. А каких силовиков, с какими силовиками? Там кланы наверняка есть. Кого с кем? Я могу сказать, что, конечно, конфигурации меняются, но в целом в значительной степени идет в первую очередь война каждого клана за свой кусок, за свою поляну. И если наступно получается удар с одной стороны, следует ответный удар. И вот это мы все наблюдаем сегодня. На самом деле, это, конечно, печальная картина, которая ведет к подрыву доверия граждан к государству и к дальнейшему просто разложению государственной машины, распаду ткани. Я тут могу только вспомнить, наверное, слова любимой песни Шевчука: «Прощальным костром догорает эпоха, и мы наблюдаем за тенью и светом». Вот, собственно говоря, что происходит. Я не могу назвать это по-серьезному антикоррупционной кампанией, потому что, если мы посмотрим, что такое настоящая антикоррупционная кампания, даже не всегда самая успешная. Операция «Чистые руки» в Италии. 20 тысяч человек за день было привлечено к ответственности, 500 политиков село в тюрьму, включая премьер-министра бывшего Италии. А результат: 1 километр дороги метро стал в 2 раза дешевле. Аэропорт построили за 40% от исходной сметы. Вот это там. Что касается Китая, классическая страна коррупции, 2 кампании 1951-1982 года мощнейшие были проведены. В настоящее время запускается 3-я, с 2013 года идет. Так вот, там в 2013 году посажены 182 тысячи чиновников, приблизительно на 50 тысяч больше, чем предыдущие годы. В целом, за 30 лет к уголовной ответственности привлечено около 1 миллиона сотрудников. Вот мы были на конференции в Шанхае, и нам показывают, еще раз повторюсь, вот за предыдущее время 3 человека уровня заместителя председателя Китая арестовано, за только время Синьцзиньпина 5 человек уже арестовано. И в прошлом году каждые 3 дня сажали человека уровня министра. Это называется стратегия войны с коррупцией. Она, конечно, дает краткосрочный эффект прополки, но дальше должна быть запущена стратегия гораздо более существенная, стратегия профилактики, стратегия предупреждения. А это означает, что нужно очень серьезные изменения в системе делать. Как только мы закрываем систему, делаем ее несменяемой, как только мы делаем ее замкнутой, это какая-то каста, так там всегда начинают разворачиваться коррупционные отношения. И мы, к сожалению, граждане этого не осознают, и поэтому они возмущаются тем, что получается, но вот взаимосвязь закрытости, несменяемости системы и разрастания коррупции, она не прослеживается. Вот опросы показывают, что все говорят: да, нужна оппозиция. Ну, там больше 50%. Но что они понимают в роли оппозиции? Критика власти, не давать ей зарываться, предлагать какие-то конструктивные варианты, что-то такое типа Комитета народного контроля при действующей власти. Но как только формулируется тезис, что оппозиция – это власть завтрашнего дня, то вот этот тезис уже поддерживает только 13%. То есть вот сам вариант, что кто-то кого-то меняет, психологически нами не воспринимается. А если нет свободной прессы, конкурентной политической системы, еще очень важный момент — граждан, которые непримиримо относятся к коррупции, то, вообще говоря, результатов не добиться. Ну, это понятно. Вы в пример, понятно. В пример привели мы Италию каждый раз об этом говорим, и ничего не получается. Вы в пример привели Италию и Китай. То есть, судя по вашим словам, там победили коррупцию. Нет. Там были проведены 2 мощнейших кампании, и этого все равно еще недостаточно. Я просто сравниваю те события, которые происходят у нас, что это даже по самым минимальным стандартам ни на какую серьезную антикоррупционную кампанию не тянет. Но мы уже привыкли считать себя старшим братом, но теперь получается, что будем постоянно говорить, что смотрите, мы тут уже отстали. Я опять каждый раз подчеркиваю, что китайцы после Дэн Сяопина уже добились идеи регулярной, каждые 10 лет смены власти. И уже пятое поколение, да, это не демократическим, внутриэлитным способом, но это работает. Потому что они осознали, что пребывание человека у власти бесконечно долго приводит к тому, что система просто зарастает вот всем тем, что мы сегодня здесь, собственно говоря, и наблюдаем. Ну, как у нас министры меняются. Министры меняются. Я еще раз говорю, что вы можете менять отдельных министров, которые либо взяли не по чину, либо вышли за рамки, а во-вторых, скажите мне, какой министр у нас был сменен в силу коррупционной составляющей. Я такого министра, честно говоря, так навскидку не поменяю. Ну, может быть, даже Сердюков вообще, так сказать, ему ничего не было предъявлено. Ну да, пострадал в итоге межклановой борьбы за распределение оборонного заказа. Так а кто это должен сделать? Кто должен сказать, что... Кто должен провести эти реформы? Две уникальных вещи должно произойти, которые мне в стране представляются крайне трудными. Значит, почти невозможными, да. Первая уникальная вещь. Страна, общество и, в первую очередь, управляющий, думающий класс должен прийти к пониманию, что так дальше жить невозможно. Что эта страна, так сказать, ну просто будет угроблена, и всякие разговоры про величие, про имперскость на фоне тотального разворовывания, это, понимаете, просто анекдот. Думающий класс — это кто? Это те люди, которые говорят, формулируют, принимают решения. Но это более претенциозно называется элитой. Вторая вещь, которая тоже крайне маловероятна, но нам на это придется работать всем, что на какой-то момент должна прийти к власти группа людей, для которых не только незаконное обогащение не является целью, но даже и законное обогащение просто неинтересно. Что люди приходят к власти для того, чтобы, вообще-то говоря, реализовать свои амбиции, сделать что-нибудь очень хорошее с той страной, в которой они выросли, с которой они жили, которую они воспринимают как свою. Но просто, ну не каждый же приходит. Вот приходит человек, например, там, он бежит там 100-метровку быстрее всех, или там боксом занимается, или какие-то олимпиады выигрывает. Если он будет долго думать о деньгах, он никогда не выиграет. Где мы таких людей возьмем? Да, у нас в стране много таких людей. Это вопрос о том, они не умеют управлять, это они все умеют. Для управления. Это вам так кажется. У нас есть масса людей, которые умеют управлять и имеют навыки. Вот только эти люди, как я просто видел, даже будучи представителем президента, нами старательно вышибаются. Причем, например? Ну, смотрите, мировые выборы. Мы за кого голосуем? Кто продуктовые наборы раздает? Кто обещает завтра дать деньги всем? Кто реально просто либо впрямую, либо словесно подкупает избирателей? А если человек придет и скажет честно, что да, у нас вот такие-такие проблемы, нам придется очень долго, сложно из этого выбираться. Вы видели новых людей на вот этих выборах? На выборах я новых людей сейчас очень вижу мало. Я просто видел массу предыдущих выборов. Я знаю, вот есть 10 кандидатов, когда были выборы реальные, конкурентные. Я знаю большинство из них лично, и я вижу, как точно избиратель берет того соловья, который пообещает завтра все, и главное самое, ничего делать не надо, все будет. Сейчас без всяких есть усилий. Люди, которых можно избрать, новые люди, о которых вы говорите. На этих выборах нет, потому что эти выборы, конечно, в значительной степени не такие, ну, я бы сказал, по-прежнему несущественные, они не меняют картину, и многими людьми я разговаривал, серьезные люди, конечно, на них просто не пошли. Эти выборы позволяют откатать молодежь, там участвует довольно много как бы уже профессиональных политиков, у которых это жизнь. На выборах мы все равно пойдем, мы должны этот инструмент поддерживать, учиться, но он нам потребуется потом, но это не сегодня. Сегодня зачем это не сработает. Выборы, если таких людей нет, такие я могу так сказать, когда вот началась перестройка и все остальное, и вот собирались люди, принимали решения, я каждый раз видел, что они используют модель партийного или профсоюзного собрания, потому что за советское время была отточена, использована абсолютно демократичная, абсолютно правильная, коллегиальная модель принятия решений. Президиум, повестка дня, там, мандатная комиссия, редакционная. Модель была полностью. Она использовалась, понятно как, но она отработана. И когда людям потребовался этот механизм, он у них был, они понимали, как это происходит. Конечно, с улыбкой можно можно было на это смотреть. То же самое сейчас. Мы можем, конечно, уничтожить выборный механизм, поскольку как бы вот он совсем почти не работает. Но тогда с чем вы останетесь? Вы даже не будете понимать, как это делается. Участие, проведение выборов, в конце концов, должно войти в плоть и кровь, как то, что надо утром чистить зубы. Вот какой-то момент это наполнится нормальным реальным содержанием. Но это произойдет тогда, когда граждане этого захотят. Сегодня гражданам это почти безразлично. Они не чувствуют важность и не понимают связи той жизни, которую они видят, с тем, как они голосуют, как они избирают. На это потребуется время. И вторая вещь, конечно, вот по поводу коррупционной культуры, она, конечно, распространена страшно сильно, снизу доверху. Фактически мы все считаем, что ну надо там что-то дать, этому кому-то заплатить, иначе вопрос не решишь. Люди, которые идут голосовать за деньги, это тоже коррупция. Люди, которые фальсифицируют выборы, потому что как бы они хотят какие-то преференции для себя или, по крайней мере, боятся, это тоже коррупция глубочайшая. Это вообще государственное преступление, которое люди это не сознают. Вот эта культура, которую это требуется менять. Я не исключаю, что вообще придется идти по линии раннего христианства. То есть собираются группы людей, которые принимают для себя личное решение не брать, не давать, не участвовать, но за исключением вопросов, когда вопрос жизни и смерти. И помогают и поддерживают друг друга в этом деле. А кому они дают обещания? Самому себе и друг другу. И после этого эти группы, нелюбимые, осмеиваемые и так далее, будут просто этот комплекс идей тащить в страну. Потому что по-другому ожидать, что придет кто-то, нам все вычистит, вымоет и построит. Но это мы постоянно ждем. И каждый раз нам, когда приходит новый государь, а потом, когда уходит, мы говорим: эх, опять плохой, опять не повезло. Сергей Алексеевич, вы какой-то идеалист просто. Я абсолютно реалист. Вот тот, кто думает, что придет добрый царь и построит вам эффективное государство, вот это идеализм 300-процентной пробы. Вот вам вопрос как раз в Перископе. У нас, кстати, онлайн-трансляция через мобильное приложение Перископ. Перископ и в Фейсбуке. И в Перископе Тамада вам задает вопрос: какой смысл ходить на выборы, если голоса припишут той партии, которой надо приписать? А я могу следующее сказать, что мы, еще раз подчеркну, что мы должны осознать, что у нас стоит задача добиваться, чтобы выборы были правильные. На них нужно ходить, нужно поддерживать партии, нужно давать на партии свои деньги, нужно интересоваться, кто за кого будет голосовать, нужно участвовать в наблюдении и так далее и тому подобное. Слушайте, на партии давать деньги. Очень правильно, давать свои личные деньги на партию, на выборы, на их существование, на прочее. А кто должен дать деньги это на как? Это? Кто? Нет, а как вы это, то есть... Личные взносы. Личные взносы. Да, а как, вы смотрите, как американцы собирают деньги, тот же любой кандидат, не мейнстримовский, он собирает через личные взносы. Наша идея, вот послушайте разницу, вот пускай какой-то олигарх за них заплатит, я вообще ни копейки не дам, а потом они должны на меня работать. Господа, если за них заплатил олигарх, на кого они будут работать? Почему они будут работать на вас? С коррупцией так работает. Но это правильно, только это так можно делать. Сила, которая не допущена до выборов политических. Я еще раз могу сказать, что вот эти вещи накапливаются тихонечко. Изменения увеличиваются. Сейчас экономическое состояние начинает заставлять людей думать, как дальше двигаться, какова перспектива. Потому что мы же видим, что и элитная часть, и неэлитная часть, по-моему, полностью утратили понимание перспективы. А, собственно, куда идем? В чем цель? Какие задачи ставятся? Просто вот так существовать и ждать, когда снова подует ветер нефтяных цен. В прошлый раз 16 лет его не было, этого ветра. И мы фактически за это время успели полностью рассыпаться на части и смыло советскую экономическую систему. Ну что, будем ждать, пока опять все остановится, экономические колеса. Это очень серьезное дело. Не хватает понимания, конечно, в первую очередь и среди управляющего класса, потому что за длительное время какое-то произошло достаточно серьезное вырождение. Вот мы видим избирательную кампанию, к ней можно, конечно, относиться по-разному, но она хоть носит характер такой рекламной кампании таких товаров широкого спроса с лазомело. Я не хочу сейчас вдаваться в примеры, потому что у нас выборы. Вот после выборов мы поговорим. Товары, знаете, их заставляют покупать. Вот, да. вот купи не этот товар, да, а вот именно да. этот, да? Вот, вообще-то избирательная кампания начинается тогда, когда заканчиваются предыдущие выборы. И общество должно постоянно вести обсуждение, что делаем, куда идем, на что концентрируемся, какие силы должны сосредоточить и так далее и тому подобное. Без этого государство превращается в такое совершенно неорганизованно мерцающее амебообразное существо, с очень плохими последствиями. Мобилизовываться только посредством внешних угроз, ну, можно, конечно, но понятно, что финал все время один и тот же. У вас не получается запустить механизмы внутреннего развития страны. Вот сейчас мы опять уперлись ровно в те же проблемы, которые были. И пока не наступит осознание в широком, как говорится, слое, почему и как, почему мы опять ошибаемся, где мы принимаем неправильное решение, ничего не произойдет. Изменений сверху не может быть по определению, пишет слушатель Виталий по СМС. Две точки зрения. На самом деле, конечно, коридор задает народ. Коридор задает культура. Я цитирую тоже Пушкина, который в своих исторических хрониках, он был молодой, но очень много успел понять и осознать, что говорит, прогресс страны в конечном счете скорость задается скоростью прогресса культуры населения. Вот. Знаете, но в рамках коридора можно идти к правой стенке, можно идти к левой стенке. Я бы советовал к стенкам вообще не ходить, потому что у нас коридоры постоянно стенками заканчивались. Вот. Поэтому многое зависит от верха, но верх не беспределен в своих возможностях. По поводу людей. Вы сказали, что деньги нужно собирать, чтобы политические поддерживать партию, но работать. У нас проверяют тех, кто давал деньги оппозиционерам на проведение митингов. У нас задерживают людей 12 сентября. Задержали у Государственной Думы тех людей, которые просто читали Конституцию. Я могу сказать, что так было всегда и так будет. Кто-то идет первым. Вопрос, кто встанет рядом. Их будет 12, либо их будет 12 тысяч и так далее и тому подобное. Да, и дело не в том, а я чем занимаюсь, собственно говоря. Нет, подождите, вы готовы встать? Я постоянно встаю. Как говорится, вот мы понимаем, что сегодня именно разговор, именно вот эти понимания, просвещение, это одна из важнейших работ. Это одна из важнейших работ. Есть способы объяснения всем остальным, что у нас что-то не так, что-то неправильно. Вот это мы занимаемся с вами каждые 2 недели. Мы продолжим через несколько минут. Сейчас новости, потом реклама и вернемся в студиях Москвы и Петербурге. Особое мнение. Возвращаемся в студиях Москвы и в северной столице. Меня по-прежнему зовут Дмитрий Гаврилов. И это особое мнение Сергея Цыпляева, декана юридического факультета Северо-Западного института управления Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Думы и члена Комитета гражданских инициатив. Еще раз напомню средства связи. СМС, Телеграм и WhatsApp. +7 921 970 22 40. Также ведется видеотрансляция через мобильный приложение «Перископ» и в нашей группе в Фейсбуке. Мы говорили об ответственности россиян, рядовых избирателей и элиты. Да, вы знаете, вот то, что вы говорили о том, люди, которые там вышли, ходили на площадь в советское время, которые выходят сейчас, безусловно, они в значительной степени просто за личное мужество заслуживают уважения. Но что мне кажется важным или принципиальным, да, это способ что-то там демонстрировать власти. Власти демонстрировать ничего не имеет смысла, потому что нету никаких обратных каналов. Ей безразлично, что вы там ей демонстрируете в таком количестве. До тех пор, пока не поменяется понимание организации общества, власти, пока не появятся ответственные граждане, пока не будет ощущения, что мы отвечаем за все, что есть в стране, пока мы не закончим разговор о том, что вот есть страдающий народ и есть откуда-то богоданная власть, которая делает все, что угодно. Это неверная модель. Власть Эти люди все пришли из нашей школы. А кого вы сейчас это говорите? Да? Вот вы такие инертные, вы ничего не делаете. Я не говорю это, или так что инертные ничего не делаем. Мы должны очень сильно поменять свое сознание. Пока идея не овладевает массами, ничего не меняется. Ну, хорошо, будут люди там выходить, как Джордано Бруно, на костер, а все остальные будут в качестве зевак делать фотографии, селфи и по-прежнему вести себя соответственно. Что? Так можно что-то достичь? Так что людям нужно материальное обеспечение, чтобы у них деньги были, работа была, чтобы медицина была, чтобы дети учились, образование. А кто вам это даст, кроме вас самих? Вы же это сами должны все сделать. Местное самоуправление, ТСЖ, садоводство. Вы попробуйте, создайте какую-то вот микромодель в любой нашей организации. Как мы в состоянии сделать все этот коллектив? Все упирается в государственную машину, которая препятствует работе ТСЖ и коммунальных служб. Ничего подобного. Вы, если вы, конечно, создавали ТСЖ, я занимался этим делом. Да, так вот, через какое-то время люди очень быстро утрачивают желание чем-либо заниматься и тратить время и силы. Выбор начальник. Вот начальник пускай о нас и думает. На этом все заканчивается. Любимая модель. Вот идея самостоятельного участия. Идея в том, что надо участвовать, тратить время, тратить силы, тратить деньги на построение общественного здания, пока отсутствует. Мы общество в достаточной степени анархическое. И считаем, что ну вот я свои дела решаю, а за все остальное пускай начальник думает. Он мне должен обеспечить то. Я всегда задаю вопрос. Ничего, а почему он это будет делать? Это вы так думаете, а он думает иначе. Он считает, что он вами... Я к нему нанимаюсь на работу. Он вами... Ну и что? Он вам ничего не обязан в этом смысле, тем более в государстве. Он считает, что вы его раб, почти феодальный. Он может делать все, что с вами угодно. Вы должны его поить, кормить, а он будет вами повелевать. И эта модель, которую люди воспроизводят, куда бы мы ни пришли. Им кажется это правильным. Сегодня ты на нижнем стадии, стал ты только маленьким вахтером со шлагбаумом, ты тут же начинаешь вести себя по-другому. Эта штука лежит глубоко в сознании. На самом деле, когда вы начинаете думать, а почему люди меняются, начальники меняются, были цари, были генсеки, а модель-то идет та же. И все уже описано, я не знаю, ну сколько раз можно повторять, писатели об этом говорили. Как известно, что вчерашний раб, уставший от свободы, он же снова потребует цепей. Завтра запустим демократическую процедуру, но мы видим, как оно происходит. Через какое-то время мы возвращаемся в привычную нам и понятную схему. И люди возвращаются к этому, а потом изумляются, почему же так больно-то? Ну, опять же, любимая строчка Волошина, что не в первый раз мечтами о свободе мы строим новую тюрьму. Вот сейчас возводим укрепления, опутываем все проволокой, ставим решетки на окна, а потом начинаем изумляться, почему так вот сыро, холодно и баланда невкусная. А что вы это создали своими руками? Здесь нет никого, кроме российских граждан. И мы должны понять, что это все мы делаем сами, своими руками, своим участием, своим неучастием, как угодно. Но нам никто не завозит никакой вашингтонский обком, сюда ни власти, ни порядки, ни системы, ни принципы. Смотрите, государство, эта власть мешает. Вот партии. Вы видите хотя бы одну партию с внутренним демократическим механизмом, где есть понятная система двух сроков, где есть смена лидеров, где есть, вообще-то говоря, коллегиальное принятие решений, или есть один несменяемый, непогрешимый, вещающий на всю страну лидер. Ровно только такая модель воспроизводится нами воспроизводится. Попробуйте. Сергей Алексеевич, сегодня это прям как в анекдоте. Дайте мне другой глобус. Нет, не другой глобус. Это означает следующую вещь, что мы 100 лет приблизительно решаем задачу демократической эволюции, начиная там с 905-го, с 17-го, нам это тяжело дается. Это невозможно сделать в одночасье. Да, мы сделаем это, мы решим эту задачу, потому что не только мы мучились, многие справлялись. И тот, кто вам скажет, что это сделают за 3 года, это шарлатан и просто бесчестный человек. У нас есть 2 традиции, я всегда говорю, в России. Есть одна традиция, северное самоуправление, Новгород, Псков. 400 с лишним лет демократии существовала на очень высоком уровне. Есть ордынская традиция, Москва, часть отделившийся от Золотой Орды. Ну да, в нашей гражданской войне победил юг ордынский против самоуправляемого севера. Но вопрос, на какую традицию обопремся, на что будем ориентироваться. Но каждый раз, когда мы начинаем обсуждать какую-то тему, в любой ситуации, даже в прессе, журналисты говорят, смотрите, вот проблема. куда смотрит государство. А может быть, это общественная проблема? А может, это надо решать в некоммерческих организациях? А может, это надо решать на уровне местного самоуправления? То есть, вот постоянная жизнь в ожидании, что государь решит все, даст, накормит 40 хлебами все 140 миллионов, она просто иллюзорна. Вот в какой-то момент мы должны осознать, что жизнь строится на месте. И вот как мы здесь ее будем строить, такая она и будет. И бесполезно писать письма в Кремль, бесполезно по каждому поводу писать письма президенту. Все понятно. Это... Мы поняли вашу позицию. Все. Вы призываете всех идти на выборы и голосовать. Хорошо, я призываю становиться самостоятельными, ответственными гражданами, которым не очень принципиально важно, кто сегодня там в Москве, какой там чих произошел. Давайте по поводу доски. Энергии. Давайте поговорим. Сегодня городской суд Петербурга рассматривает иск петербуржца о незаконности установки доски финскому фельдмаршалу Карлу Маннергейму на здании в центре Петербурга. Доска была установлена в июне. В церемонии принимали участие и Сергей Иванов, глава тогдашний глава президентской администрации, и министр культуры Владимир Мединский. Вот на предварительных слушаниях в Петербурге представители Смольного заявили о том, что да, действительно, такая доска установлена без соответствующих документов. Как так могло получиться, что доска в Петербурге, в церемонии открытия, в которой участвовали руководители, да, федерального масштаба, оказалась установлена незаконно? Ну, первое. Руководители федерального масштаба не считают для себя важным подчиняться законам. Они делают то, что они считают необходимым. Стоящие под ними начальники, которые должны отстаивать интересы граждан и избираться на свободных выборах, делают ку и делают все, что им сверху приказали. Вот вам появилась доска. Это вещь, которая, ну, не своевременно, скажем так. Вот политического чувства, поскольку люди не проходили, оно отсутствует. Но этого делать пока в Петербурге невозможно. Вот я могу привести пример. У меня мать, она, так сказать, сейчас уже 95-й год, она провела здесь и проработала здесь всю блокаду. Отдала там меня в немецкую школу, тем не менее, я попал там давно, в 14 лет в ГДР, привез там какие-то конфетки, какие-то печененки. И мать сказала: я не могу ничего есть, то, что привезено из Германии. Физически не могу себя заставить. Сейчас, конечно, уже это отошло, но тогда было так. Сейчас в городе живут люди по-прежнему, для которых Маннергейм – это тот человек, который обеспечивал северную границу блокады. Неважно, как и почему. Я даже не хочу вдаваться в обсуждение. Для них это невозможно. И когда вы принимаете это решение, которое вот сейчас самое главное для Петербурга, не транспорт, ни ЖКХ, я понимаю, что ни образование, ни медицина. Вот взять еще очередную доску в духе нашей мемориальной культуры, куда-нибудь пристроить. Вот. Но вы хоть чем-то думаете, что вы делаете, какая будет реакция. Я понимаю, что сейчас есть способ отработать обратно, найдя вот эти вот все проколы и так далее, поняли, что, наверное, погорячились. Вот это то, что происходит. Первое – глупость, а второе – абсолютное неуважение к закону. В последнее время, к сожалению, какие-то вот, так сказать, там пиарщики, которые предлагают разные ходы, они, по-моему, увлекшись оригинальностью, совсем перестали чувствовать нерв и чувствовать ощущения. Но вот последняя, так сказать, история с поеданием ухи, это, конечно, классический момент. Хотели как лучше, да, а получилось как всегда. Если вернуться к памятникам, при этом стоят памятники советским руководителям. И никто не задается вопросом. Это красный террор, да, это люди, которые непосредственно связаны с репрессиями. Первое. У нас, более того, открываются не в Петербурге, Сталину. Первое. Вот здесь эти вопросы не решаются приказами и указами. Это, опять говорю, вопрос общественного сознания. И опять же, части, которые думающего о класса, которые, понимают, должны говорить, убеждать, доказывать, добиваться, чтобы большинство поддерживало и чтобы большинство принимало соответствующее решение. Если мы сказали слово «демократия», нам придется, как бы мы ни считали, что надо убрать то или убрать это, считаться с тем, как настроить на большинство граждан. И за это большинство надо постоянно воевать, доказывая, убеждая, а не апеллируя. Товарищи власть, запретите эту идеологию, товарищи власть, уберите это, а потом они запретят вашу идеологию и уберут вас, если вы по-прежнему будете кормить монстра под названием всесильное, всевластное и всемогущее государство. Ну, памятники советским руководителям стоят. Спасибо. Будем говорить о том, что это должно быть убрано, и это придет время. я в этом не сомневаюсь. Член Комитета гражданских инициатив, декан юридического факультета Северо-Западного института управления Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Сергей Цыпляев был гостем программы «Особое мнение». Спасибо. Спасибо. Особое мнение.